вообще композиция. Называется «Набоков летит Ленинград». Чаще, по-настоящему. Только проснулась, лежит на кровати нашей, красивая такая, нагая. Я открою окно, пущу во вчерашнюю комнату морозный воздух наступившего завтра. Скажешь, что я, как виноватый в этом бесчеловечном поступке, обиженно закупившись в одеяло и надув губки. Я сегодня просто обязан приготовить кофе и завтрак. А мы молоды, где беспечность? Нам не должно быть страшно. Мысли ни о чем, кроме как об удовольствии. Солнце рыжее, но разреши быть ближе. Давай не будем строить планов и жалеть о вчерашнем. Спрашивают, когда дети... Помилуйте, какие дети! Я даже за будущее своих собственных слов поручиться еще не готов. И по ощущениям несовершеннолетен. Исчезающая за поворотом все равно в памяти мятой останется. Так и живем, и мысли две, и жизни две, та, что в голове, и та, что чувствуешь нервными пальцами. Дальше молчим, смотрим друг на друга. Нет стены, но нет и планов, кстати. И, между прочим, честно завоеванная случайность. Та самая честно завоеванная случайность. Новый день маячит, для нас с тобой старается. И кажется несущественным вообще, вообще ничего, кроме тебя, Монами. Может быть, эта старость так незаметно подкралась? Или может какая-то другая байда, кроме или вроде любви? Bye.
Спасибо большое.